Так, это наша самая замечательная, привлекательная девушка сегодня, которая решила тут покататься на таких прекрасных, замечательных качелечках. Посмотрите, как она катается себе и наслаждается, да? Да. Вот, видите, какие тут качели. А какая здесь природа вообще обалденная. Вот, мы сегодня приехали. Куда мы приехали? Я не знаю эти места. Парк Family Alpina Park. Ну, подробности будут попозже. Милана, иди-ка, покатай. Вот, здесь тоже есть озеро. Вот такие домики. Здесь есть вот такие домики, где люди просто приезжают и отдыхают. О, машинка тут вот такая катается. Видите, как здесь хорошо. Шашлыки жарят, дети играют. И вот такое озеро красивое. И в нем тоже плавают лебеди. Один, правда, или гусь это. Кто это там, я не вижу. Вот лебедь. Вот. Красиво. Лес вокруг. Большая царевна. Катается, развлекается. Девочки. Так, вот Альпина. Альпина, Альпина. Но, к сожалению, здесь нету мест, и мы должны выехать, переехать в другое место. Представляете, сколько здесь людей, что вот это все занято. Видите? Очень жаль. А там уворачивайся вперед, смотри. Видите, люди прям семьями. Конечно, поназаказывали, забронировали домики и отдыхают. Хоть сегодня и будний день, все равно здесь все переполнено. Вот посмотрите, какой здесь необычный. Необычная такая скульптура старинная. Рыбу ловит дядечка. Это как будто его хижина. И он сидит тут и рыбу ловит. Очень интересно, конечно. Жаль, что здесь места нет. Видите, как красиво. Боже, как же сказочно красиво все. Это вот наша кавказская природа. Любуюсь, конечно. Видите? Очень красиво. И вот так вокруг этого озера. Домики, домики, домики. И народ отдыхает. А вот и лебеди. Так, приехали мы в другое место. Тиволи парк.
Здесь тоже очень хорошо. Вот такие беседочки. Речка, музыка, цветочки. Добрый день, дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, и я всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня мы выехали за город, вот в такой замечательный парк, который называется Тиволи парк. Он находится в Северной Осетии, недалеко от города Владикавказа. Я вам сейчас поснимаю и покажу. Здесь очень красиво, свежо и просто восхитительно. Здесь мне тоже очень нравится. Ну, здесь хоть места есть, слава богу. А то мы уже катаемся часа два. Пройдусь по территории. Покажу вам, какая здесь территория красивая. Тиволи парк. Северная Осетия. Такая музыка здесь играет, легкая. А здесь беседки вот прям выложены камнем, как настоящие осетинские, кавказские строения, старинные. Раньше были из такого камня, строились дома. Птички поют, музыка играет, ну, полный релакс. Качели. Возле каждого домика, видите, домики пронумерованы. Заказывают все в домик, потом отдыхают. Качели возле каждого домика. Ну, жара, конечно, стоит неимоверная. Очень жарко. Ну что, хорошо вам здесь, да? Да, видите, как она отдыхает прекрасно. Здрасте. Вы знаете, даже очень хорошо, что не оказалось на первой базе мест, что нам пришлось оттуда уехать, потому что здесь на самом деле просто неимоверная красота. Это невозможно передать никакими словами. Эти все строения, природа. Посмотрите на эту реку. Вообще я хожу вокруг и не перестаю удивляться этой красоте. Это мои девочки тут развлекаются.
сейчас.